да? Да, это считается. Про диски спрашивают. А? Про диски подписывают. Ваня, не приходи сюда. Правда, там прям в комментах пишут, соли, без диска. Диски нормальные. Диски посада. Любовь прошла, завяли помидоры. Желательно, чтобы каждый из вас прошел такой путь в Локомотиве. От воспитанника до игрока, практически легенды клуба, до тренера. Поэтому всегда говорю вот о том, что в сердце надо любить клуб, команду. И такие примеры. Поэтому вам наглядно, по молодому коллеге. Алексей, с юбилеем. А ты думал, здесь погладят? Да, тут укусят. Суля, Жора, давай. Давай, встаем. Давай, Жорик. Поехали, быстро. Жорик, давай, пойдем. Четыре! Да, последнее. Долго спим. Уля, конечно. Не можешь тренироваться. Не. Хорошо, мешает. Не, пусть. Это у них народ будет, Владимир. Отведение плеча и приставные шаги. Другим боком. Обычная работа, как всегда. Вот только недавно вернулись со сборной. Вот потихонечку входим в ритм и готовимся к Оренбургу. Достаточно такой неплохой цепкий соперник. Борется везде на каждом участке поля. Такая боевитая команда. Вот, но в Кубке мы ее уже один раз обыграли, теперь надо в чемпионате повторить. У тебя хорошие воспоминания о том матче, да? Как будто лучший матч за основную команду это был. Вот, хотелось бы, чтобы каждый матч такой был, вот, к чему я и стремлюсь. Дима Воробьев играл долго в Оренбурге. Спрашивали его перед матчем? Какие-то особенности, может быть? Да особо нет. Если что-то и было, он сам говорил. Какие-то слабые или сильные стороны соперника, а так в целом нет. Сегодня на тренировке было два новичка. Как их приняла команда, расскажи? Пока не общались, просто коридорчиками сделали такой приветственный. Вот, я думаю, сейчас на днях, так сказать, сблизимся, пообщаемся, и уже будет видно. Ты недавно вернулся из сборной. Начнем с того, что сначала туда должен был ехать и ты, и Батраков, молодежку, но потом Лешу вызвали в основу снова. Ты порадовался за него или огорчился, что не вместе? Да, конечно, порадовался. У него такая бешеная статистика в РПЛ. Он в целом уже адаптировался и хорошо себя показывает от матча к матчу. Вот, и заслуженно поехал в основную сборную. Вот, а у меня есть к чему стремиться. Как съездил молодежка? Хорошо, мне, в принципе, понравилась эта страна, несмотря на такой влажный климат, то, что там очень душно, но на первой игре вышел спокойно вроде, нормально дышалось и даже голевую отдал. Второй матч начал на скамейке, вот, но не успели мы сыграть 30 минут, как пошел сильный ливень, и уже к 30-й минуте все поле в лужах было, затопило, вот, и приняли решение отменить игру и собираться ехать домой. Это был самый сильный дождь в твоей жизни? Мне кажется, да. Там просто даже некоторые здания вблизи видно не было.
У нас здесь в России была информация, что это ураган. Страшно вам там не было на месте? Да нет, мы... Наверное, я такое впервые видел, когда дождь, сильный ветер и прям деревья на глазах летят. Вот, и, ну, было прикольно посмотреть, но, конечно, надеялся, что ничего плохого не будет, не случится. Меня зовут Наир, амиго. Так ты будешь моим переводчиком тогда, да? Я как будто. Спроси, как вам дела. Кому осталось пригунта? Он тоже со сборной приехал сейчас? Да. С кем они играют? Есть для селекции. Контра кем хвосты? Новая Зеландия. Новая Зеландия. И Канада. Канада. В России Чичерита уже не вызывается, да? Чичерита на кого я, но? Да, Родина. Олд, да. ¿Te has ido a la selección? Muy joven. Muy joven. Sí. Todo lo de experiencia, Charito, Ochoa, todos ellos logran salir. Старый говорит, нет, сейчас молодые. А чего, да, тоже убрали? Серьезно? Ну, типа, акцент на молодых, да. Ёб, какая ужасная. Просто ужасная. Аккуратно, пацаны, тут парень бьет. Радик, сейчас вот мяч держи. Теперь смотри. Отчет ты давал оттуда? Давай, да, да, да. Радик, да, дай ради мне. Все. Марс, поле. Он салты. Анатолий! Уходим. Димка еще хочет доработать, говорит. Сейчас бить будет. Не попал. О, Суля молодец! Суля попал. Дим, оп. Ну да, Дим. Давай, давай, давай. Ага, ага. Давай, вот, Суля, да, Суля, Суля, Суля. Суля попадает. Ага, вот Суля опять попал. Как он бегает. А я ему вот сюда дал, он стрел.